Как закаляется сталь? Об этом практически все знает молодой, но уже бывалый мастер кузнечного дела из города Тибердаш Амиль Бачаев. С самого детства его привлекали ножи, сабли и мечи. Будучи еще ребенком, он решил для себя, что когда-нибудь станет настоящим кузнецом и будет творить магию старинного ремесла. И вот 5 лет назад он всерьез занялся воплощением мечты в реальность. Если мы можем разжечь огонь и нагреть там железку, можно сказать, что мы уже можем начинать работу кузнеца. Для того, чтобы разжечь огонь и нагреть железку, много ума не надо, много оборудования не надо. Поэтому перво-наперво я начинал прямо на улице у себя во дворе, разжигал огонь, подвел механический поддув, старый пылесос у меня служил в роли поддува. То есть и с помощью механического поддува, если в наш костер дует струя воздуха, угли внутри костра могут разгораться до очень высоких температур и можем нагревать железо. Дальше, конечно, главная проблема – это на чем мы будем ковать это самое железо. Наковальня большая, тяжелая, конечно, стоит дорого. И, как правило, начинающие кузнецы всегда начинают либо на кусочки рельса куют, либо на большой кувалде какой-нибудь. Я кувалду большую прибил к пеньку, и вот первые несколько ножей отковал на этой самой кувалде. Потом купил наковальню, конечно, советскую. И вот так потихонечку, это, конечно, заняло 5 лет. То есть все оборудование, которое имеется сейчас, это результат работы 5 лет. То есть на протяжении этих 5 лет я ничего не покупал, кроме оборудования. Сегодня во дворе дома у Шамиля имеется своя, пока еще небольшая, но современная кузня, оборудованная всем необходимым для изготовления достойных экземпляров клинковых изделий. В наш визит кузнец любезно согласился приоткрыть завесу тайны изготовления карачаевского ножа «Бычак». Показал и рассказал обо всех тонкостях основных этапов изготовления. И первым, как полагается, стал выбор исходного материала, от которого зависит очень многое. Из нашего арсенала мы выбрали сталь 9HS. Это высокоуглеродистая сталь. В зависимости от того, какой нужен нам нож, кухонный нож или разделочный. И, исходя из этого, мы должны выбирать сталь. В данном случае это будет разделочный нож карачаево-балкарский бычак. Конечно, весь этот пруток нам не понадобится, будем делать нож из небольшого кусочка. Начнем с механической ковки. Конечно же, перед тем, как приступить к механической ковке, наш брусок был нагрет до определенной температуры в специальной печи. Кстати, в старину их называли горнами. И только после этого мастер приступил к ковке гидравлическим прессом. Как признается Шамиль, этот металлический гигант стал настоящим спасением для его суставов. Да, вы не ослышались, ведь раньше ему приходилось отбивать металл на этом этапе вручную, что требовало уйму времени и сил. Безусловно, такая нагрузка не лучшим образом сказывалась на здоровье кузнеца. Потому покупку этого пресса Шамиль считает одной из лучших своих инвестиций. И, судя по всему, не зря. После механической обработки наступает один из самых важных этапов – ручная ковка. Здесь и проявляется все мастерство кузнеца. Ведь именно так придается нужная структура для ножа. К сведению, сделать это механическим молотом невозможно, так как там слишком сильный массированный удар. Потому ковать на низких температурах можно только вручную. Это древняя технология, которая уже у многих разных народов использовалась. То есть нам необходимо многократными ковочными циклами придать нужную структуру для стали. То есть иным способом это сделать невозможно. Ну, можно этого, конечно, не делать, просто на механическом молоте отковать и все. Как бы все зависит от того, какой нож мы делаем, какая у него цена, насколько это средненький ножик или какой-то серьезный. Тем больше, тем лучше. Вот сколько мы сможем ее ковать, столько и надо. Но очень важно соблюдать температурный режим. Если мы в процессе ковки перегреем заготовку, то все наши труды будут на смарку. В данном случае мы должны ковать на температуре от 700 до 900 градусов, не больше и не меньше. Этап ручной ковки занимает от 2 часов, в зависимости от бюджетный нож это или элитного класса, от 2 часов до 2 рабочих дней.
Так, ну вот, мы уже отковали нашу заготовку, придали нужную толщину. Это будет заготовка для нашего ножа «Бычак». Дальше теперь уже самый ответственный процесс – термическая обработка. Термическая обработка необходима для того, чтобы заготовка стали наконец-то приобрела максимальную твердость и износостойкость. Другими словами, чтобы нож получился прочным. Полный цикл термической обработки занимает не один час и включает в себя несколько этапов. Первое – отжиг, который занимает 8 часов. Затем закалка, то есть окунаем в масло, чтобы внутри этого масла наша раскаленная заготовка уже охладилась. После того, как она охладилась, уже она обрела максимальную твердость. И чтобы наш нож еще и не был хрупким, чтобы он не сломался, дальше еще будем выполнять отпуск. То есть еще немножко нагреваем, чтобы он немножко ослабился. И вот это все вот эти процессы, в общем, называются термическая обработка. К сожалению, снять на видео весь процесс отжига мы не сможем, так как это занимает от 8 часов до 2 дней. То есть, что это такое? Просто нагреваем нашу заготовку и очень длительное время держим при этой температуре. В старину, как это делали, в горн, в кучу угля засовывали заготовку и оставляли там до следующего дня. Мы можем сделать так же, но уже в наше время существует специальное оборудование, еще более точное, то есть мы можем задать температуру и держать при этой температуре столько, сколько нам нужно будет. Это специальные электрические закалочные печи, что мы, собственно, сейчас и будем делать. И после того, как мы отожгем, и уже будем закаливать. В наши дни закалка стали происходит не так, как мы привыкли видеть в художественных фильмах. Современные технологии шагнули далеко вперед, и теперь вместо воды в основном используется трансформаторное масло. Кстати, по секрету Шамиль рассказал, что использовать можно даже подсолнечное, но это только в случае, когда нет альтернативы. На этом этапе очень важна скорость остывания металла. Если сталь остынет слишком быстро, она будет хрупкой. Слишком медленно тоже не лучший вариант. В общем, нужна золотая середина. Что ж, время переходить к абразивной обработке металла. А это значит, что из этой, на первый взгляд, неприметной железяки мастер проточит красивый блестящий клинок. Данный нож готов к отправке своему будущему владельцу. И, наконец, финальный тест. Можем просто порезать бумажечку, чтобы убедиться в том, что это бычак изготовлен с правильным сечением. То есть, если мы не можем разрезать бумажечку, значит, либо слишком толстое сведение, либо недостаточно остро заточен нож. Поэтому, так как бычак – это именно нож для реза, для комфортного реза, наша задача именно подготовить его геометрию. Ну, все отлично. Вот мы и стали свидетелями почти что сакрального процесса создания карачаевского ножа «Бычак». Неудивительно, что стать обладателями изделий кузнеца Бачаева сегодня желают многие люди, причем проживающие не только в России, но и за ее пределами. Преданность своему делу, искренняя заинтересованность и максимальная самоотдача – таков секрет успешной работы этого молодого мастера республики.